В Москве состоялось главное туристическое событие осени – выставка «Поехали», посвященная путешествиям и колесной технике. Экспозиция, раскинувшаяся на 12 тысячах квадратных метров, объединила мотоциклы, вездеходы, мобильные дома, оборудование для активного отдыха. Кроме того, в рамках выставки прошел фестиваль «Этноскоп», повествующий о жизни малочисленных коренных народов России. Нет, они показывают не технику, они больше, наверное, про путешествия, что можно приехать в отдаленные уголки России и увидеть не только какой-то красивый природный мир, но и также познакомиться с немногочисленными народами, которые проживают у нас на территории страны, познакомиться с их культурой и бытом. Выставка собрала более 130 экспонентов. Причем в их числе были не только производители техники, но и представители транспортной сферы. Так, например, московский транспорт знакомил гостей с мотоциклами, которые служат на благо горожан. Если это небольшие очаги возгорания, к примеру, да, это возгорание подкапотного пространства автомобиля, к примеру, они могут потушить самостоятельно. Если речь идет о крупном пожаре уже в доме, в квартире, где угодно, то они не оснащены боевой одеждой пожарного и не имеют возможности зайти к очагу пожара. Они, как отдельная единица, могут спокойно отработать ДТП, социальные выезды, провести первичную разметку на месте пожара. Не обошлось без выступлений известных автопутешественников. Скажем, Саша Холодный поделился своим опытом и анонсировал следующий проект. Летом он проедет от Москвы до Владивостока на английском автобусе. А все для того, чтобы сделать автотуризм популярным и модным. Тема такая, да, чтобы сделать его модным, надо делать как раз яркие экспедиции на ярких автотранспортных средствах. Поэтому вокруг света на Буханке, от Москвы до Магадана на школьном автобусе и новая кругосветка на английском автобусе с красивым названием Bristol Ladeco 1964 года. Это настоящий английский автобус. Судя по числу гостей, интерес к выставке «Поехали» стремительно растет. Но останавливаться на достигнутом организаторы не намерены. Мы, в принципе, во всех наших проектах и в «Поехали», и в «Мотовесне» стараемся все время с каждым годом открывать какие-то новые разделы, новые грани. Сейчас мы пробуем с этноскопом. В прошлом году мы убедились, что вездеходер – это хорошая идея. В этом году, посмотрите, она стала в 3 раза больше. Весной мы тоже готовим сюрпризы, и на «Мотовесне» в апреле всех ждут новые разделы, новые истории, новые идеи. Добавим, что следующая выставка «Мотовесна» пройдет в Москве во вторые выходные апреля.